На пляже в Западной Австралии отдыхающим посчастливилось понаблюдать редкую картину. На берег вылез южный морской слон, чтобы принять песочную ванну. Животное явно испытывало наслаждение. Туристы считают, что им очень повезло. Это удивительно. Мы приехали сюда из Англии, и на Темзе такого не увидишь. А это очень необычно. Сотрудники природоохранной организации поставили вокруг морского слона заграждение, чтобы люди не подходили к нему близко. Одной из первых заметила находку местная жительница. Я увидела что-то на пляже, но не поняла, что это. Подошла, чтобы получше рассмотреть. Я думала, что он умер. И вдруг он громко фыркнул и напугал меня до смерти. Экологи говорят, что южных морских слонов можно иногда увидеть на южном побережье Австралии. Однако для западного побережья такое явление довольно необычно.